Жительница Западного Казахстана оформила на мужа несколько кредитов, а он ее за это едва не убил. Оказалось, супруги на грани развода, и 52-летний мужчина решил, что жена таким образом ему мстит. В итоге он взял ружье и явился к женщине на работу. Семейная драма разыгралась в Аксае. На кадрах видно, как человек, одетый в белую робу и с маской на лице, зашел в магазин с ружьем наперевес. Оружием он угрожал своей супруге и их 20-летнему сыну. К счастью, до выстрелов не дошло. Испуганная женщина сообщила о случившемся в полицию. Мужчину быстро задержали, а ружье изъяли. Теперь ему грозит штраф за незаконное ношение оружия и до 30 суток ареста по статье «Угроза». Был задержан 52-летний мужчина, муж потерпевший, который, согласно заключению экспертизы, находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Также выяснилось, что супруги проходят бракоразводный процесс. Сам подозреваемый пояснил, что жена ранее оформила на него несколько кредитов, из-за чего он пошел на такой поступок.